Ну, двушка. Чистая двушка. Это двушка, а это 2780. Ну, хотя не, она показала, да. А эту вот так держи. А ты помнишь, как она была пузатая? Помню. А сейчас что-то какая-то худая. Но она высохла, вся вода вышла. Да, высохла. Всем привет! Очередная рыбалка у нас. Дядя Саша. Дядя Саша. Привет. Вот. Как это, натянутые улыбки. Рано утром. Блин, с утра выехали с Рязани, хотели вчера с вечера поехать. Ночью, блин, а что-то как-то не захотелось. Пока туда-сюда что-то собрались. Время уже 7 утра. Ну, в принципе, для троллинга нормально. А вот поджиговать там хотели. Не знаю. Посмотрим, будем плавать, если в щуку где-нибудь будет конкретно бить или жерех, думаю, будем останавливаться, якориться, пробовать кидать. Ну, так, в основном троллинг. Мы всегда собираемся кидать, да? Да, сколько раз на рыбалку не ездил, все время, да, попробуем. В общем, не пробовал я ни разу. Просто троллинг ловится с переменным успехом, только соберусь там что-то поменять, раз попалось. Происходит то же самое, что и везде, блин. Промежуток времени прям шлеп, а потом затишье. Вот. В прошлый раз солнце, когда выходил, ловилось. В этот раз вроде солнце есть, ветра нет. Вот да, погода сегодня идеальная. Да, вот сравним погоду. В прошлый раз дождь был, ну благо место такое, хоть окуней мы ловить должны теоретически. Теоретически окунь не то, зачем мы приехали. Да, хотим щуку. Хочется щуку уже. Ну все, поехали. Друзья, мы отплываем. Смотрите, какая замечательная погода. Кто предыдущий ролик смотрел, это было буквально 2 дня назад. Было клёво. Но тогда мы что-то поймали. Сегодня мы надеемся. Не надеемся, да? Мы сегодня наловим щук. Да, Саша? Очень много щук наловим, да. Сашка навряд ли что-то поймает, но я по-любому. Ладно, начинаем рыбалку. Друзья, у нас поклевочка. Я тут вымотаться не успел, но снимать надо. Давай. Что-то так валило. Либо щука хорошая, либо жерех. Опа, не вижу. Щука. Вот такие вот воблера китайские. Плюньте там в рожу, кто скажет, что китайские воблера не ловят. Согласен, Саш? Да, согласен. Держи. О, какая. Мамочка. Да. Ребята, у нас очередная поклевка. Диман опять тащит на водниках окуня. Здесь не бывает по-другому. Ну, я думаю, мы сейчас встанем тут, покидаем резинку, да? От воды. Да. Потому что частенько очень. Нет. О, понял. Еще он такой нормальный, кусок съедобный. Смотри какой, ох, красавчик, а не окунь. Второй воблю второй раз работает. Вот вам и Китай.
щука, окунь, все достаточно съедобное. Давай поближе посмотрим его. Такой кровожадный воблер. Там узкоглазый так. Встали мы на точку. Все-таки нашли все силы, решили покидать. Конечно, обловил меня всего, говорит. Джиг. У тебя удача, говорит, в джиге будет. То, говорит, я тебя сейчас полностью обловил. Не, ну ты что, не надеешься на это? На джиг, конечно, надеюсь. На джиг надейся, но тролль. Единственное, мы не знаем, какие тут груза кидать. Поэтому метод подбора. Начну я, ну, с 20. До 4,5 метров, я думаю, что 20 хватит, 20-22. Вот. У меня есть 26 грамм, сейчас попробую. Много. Единственное, очень неприятно, блин, солнышко в глаза светит. Ну, сейчас уйдет. Вообще, рыбу ловил, типа, все было приятно. И солнышко, и дождь, и снег. Так, Саня забрасывает. Попробовал 26 грамм, много. 18. О, бьет, тоже вроде много. Хочу сейчас попробовать десяточку поставить. Я думаю, десяточку будет, конечно, мало. 12 нашел. Как я Саньку и говорил, что-то он поймал. Ты подзинь чуть фракцион, что-то. Что, зацеп? Думали, рыба. Оказался зацеп. Кусок сети, что там может еще прицепиться. Ну, я говорю, ты больше поймаешь. А, отвалилось. Пока безуспешно. Что-то, думаю, крупные приманки. Думаю, сейчас поставлю что-нибудь поменьше. Вот так. Решил я сделать отводной поводок. И на отводной поводок поставить такую каркозябру, которую рыбалка с берега была. Я поймал на нее судачка. Вот эти каркозябры непонятные. Тут даже есть уже со всеми такие. Так, порядка 2 часов кидаем уже. Солнце уже стало вообще высоко. Ничего у нас не получается. Я это в одной пробовал кидать. Сейчас попробую. Решил воблера попробовать подвичить. Так, у Санька, походу, даже поклевочка была. А я уже перешел на воблера, пока нифига. Думаешь, поклевка? Угу. Ну, он прям нормальный. Ну. Ну, маленький, скорее всего, не заглотил. Там все стоит, блядь, на щуку. Да, это был маленький 3-килограммовый судак. Тварь, блядь. Вообще думаю, надо пожрать и троллить. У джига был шанс. Он им не воспользовался. У нас даже окунь не ловится. Но время... Мы укрупнились просто. Да. Смотри, вот как вот на такое может ловиться окунь? Ну, бывают же большие окуни. Бывает. Большие окуни бывают. Поэтому решили перекусить, потому что время уже, солнце высоко. Все-таки джиг, наверное, удел так вот с рассвета постоять. Но опять же, надо точки знать. Был бы холоп структурник, который там показал коряшку и рыбу. На самом деле джигисты это тоже хитрые. Они сейчас покупают и холоту дорогие, загружают туда карты. Да. Смотрят. В коряках долбят. Не все так просто, блин. Для любой рыбалки нужна подготовка. Не все так просто под луной. Мы попробовали. Нам понравилось, но у нас не получилось. Мы шанс джигу давали, но он им не воспользовался. Заметьте, после того, как сразу поймали хорошую щуку, окуня, один фиг встали на джиг. Потому что все ругаются, что мы только троллингом ловим. Ну, если у нас ловится троллингом, блин, почему бы не ловить-то? Кто бы не говорил, троллинг кормит. Всегда кормил.
Да. Так что перекус у нас. Давайте, приятного аппетита, если вы кушаете. Народ, кто такой интересный? Решили посмотреть, что это такое есть. За зверек. А? Выдра или андатор? Я не знаю. Ну, если выдра и андатор, ну не надо ее ловить. Сожрала, и все, и потом дохнет. Да? Покакать не может. Такой вот у нас подлещ. У нас там будет. Так, наконец Санек что-то поймал. Или брешет. Не, что-то тащит. Кстати, в комментариях кто-то отвечал, как это называется. Орех какой-то. Да, какой-то орех. Я так и не запомнил. Ну, яйца, короче. Полосатые яйца. Сашка щуку поймал. Я щуку поймал. Ура! Ты, может, остановишься? Мелко, я не вижу, это пачка сразу. Очки ты... снял и без очков. Давай, подсак на всякий случай. Как-то... Блин. Куда? Не пойму. Или окунь. Наплевало как окунь. Судак, что ли? Судак? Ага. Судачок. Вот воблер обновили. Давай. Пойду я цеплять свою рыбину. Самое интересное, что судачка этого мы поймали именно в том месте, где мы стояли, джиговали, кидали отводной. Ну, на троллинг попалось. Как у нас поклевка. Что, глушить? Да. Прям носиком. Ну так, небольшая, но. У нас очередная поклевка, и она, походу, на меня идет, гадина. Что за рыб? Щука. Да ладно. Ну, должна быть щука. Не верю. Смотри, я же не успеваю мотать. Почему он так атакует меня? О. Небольшая. Очень удобная. Второй раз обрыбился. Поздравляю, Десень. Не зря поехал. Да. А мы тут в магазин собрались. За водичкой. И обрывились прям. Воблер какой, смотри, на него и судак клюнул, и щука клюнула. Прям зачет. Но у меня такие в пакете еще есть. По 300 рублей-то я, наверное, их еще себе прикуплю. Да. Там даже другой расцветки есть. Второй раз. Прям буквально за 40 минут была поклевка. Не знаю. Вот сейчас Диман снимал, крючки очень острые. Ну и воблер такой интересный. Суспендер. Так, друзья, Санек ушел в магазин. У нас питьевая вода закончилась. Не закончилась, осталось два лотка. Тут на бугре магазин. Я решил вот в такой заводе встать, попробовать потвичить воблера. Вон там он щука бьет.
Бьет так хорошо. Возможно, не щуку, конечно. Попробую сейчас поближе подойти. Якорь приподниму. Потому что раз пять она уже там шарахнула. Может быть, чем-нибудь зацеплю ее там. Так, опустился чуть пониже. Конечно, не столько, сколько хотелось бы, но... Ну ладно, кидаем. Если что попадется, включусь. Так, Санек пришел с двумя пакетами. На этом ловлю в заброс заканчиваем. Вот она тут и долбила. Смотрите, какие тут заросли. Как ее отсюда выковыришь, неизвестно. Яйца, та-ла-ла-ла-ла-ла, яйца, та-ра-ра-ра-ра-ра. Так, друзья, сломался у нас спиннинг. Там такая поклевка была. Хорошая? Блин, а что мне делать? Плыть за этим? У меня есть спиннинг. Запасной? Хороший. Кто им так уводил рыбу на сломанный спиннинг? Он треснул. Давай я цак возьму. Смотри, что она сделала. Это кто? Я не знаю. Забагрил, что ли, кого-то? Че ты кого-то тащишь? Да нет. Кто это? Не торопись. Щука это. Щука, а смотри, что со спиннингом случилось. Такая щучка сломала мне спиннинг. Но она, может, куда вторую ударила. Смотри, что. Друзья, смотрите, что, пипец спиннинг. Ну, спиннинг старше Сашки, правда. Кошмар. Ну, мы, кстати, купили уже новый, но он его с собой сегодня не взял. Обрыбился. Итак, плавали мы. Забрали другой спиннинг. Вместо сломанного. Ну и будем продолжать, да? Да, прям нормально нас так взбудоражил этот момент. Поэтому будем продолжать. Пойдем сейчас на то место, на глубину. Там 5-7 метров. Попробуем еще кого-нибудь поймать. У нас только прям не успели отплыть от лагеря. У нас очередная поклевка. Диман ловит. Давно он не ловил сегодня. Я по куням специалист. Да. А тут суп, поклевочка, и что-то он даже мотор не глушит. Я смотрю, наверное, небольшое что-то, да? Что-то небольшое. Будем ждать окуня. Или что-то покрупнее. Ну да, кушочек. Ну, нам сегодня как раз окунь. Ох, а вот он и как раз тот воблер. Ха-ха-ха. Поставил волшебных воблеров. Ну что, на коптилку, ура. Погнали. Yeah.
ребят, еще раз смотрите, я еще не успел собраться, а Диман опять поклевка, он вроде как говорит, что щука по всем ощущениям. Ждем пока, но подсак, да, пока подсак, но я, блин, с ребята не показывается, может быть жерех. Будем ждать рыбку. Что у нас там за рыба? Так. О, щучка. Все нормально. Она в домике. Покажи свой восторг, Диман. Ловим, ребят, такая. На самом деле, ну, прям очень радует. В этот раз нет окуня, да, одна щука. Ну, окунь есть, но не в таком количестве. В основном клюет щука, и очень радостно. Мы какой раз сюда приезжаем, и очень было мало. Щуки был в основном окунь. Вот. А сейчас смотрите, щучка, и причем, ну, такая, знаете, вся ядовая. Сколько она там? Грамм 700, да? Коптильня небольшая как раз вот. Ну сколько она? Грамм 700, да, где-то так? Ну да. 700 грамм щучка. 700. Причем, смотрите, щука вся вот в этих соплях. Уже вот не первую щуку ловим, и она вся в соплях. Да. Это вот, ну, непонятно, от чего эти сопли возникают. И сейчас я отстегну. Причем вот мы разговаривали с людьми, говорят, ловили здесь красноперку в прошлые выходные, и она также была вся вот в таких вот соплях. Такое ощущение, что это вот то ли здесь, блядь, как кто-то что-то сопливит, да. Ну, у нас сопливые рыбы кто? Это, Диман, на, второй рукой. Лещ. Вот. По-моему, здесь просто лещ. Его очень много, да, и, скорее всего, вот вся эта вот тема от него. Ну, кто знает, почему такие сопли у рыбы, объясните. Причем у каждой рыбы даже непонятно почему. Ну, смотрите. Болеет, простуда. Заболела, да, поэтому у нее сопли. Так, ну, отлично. Продолжаем нашу рыбалку. Итак, решил я обновить новый воблер, который купил через группу ВКонтакте у Эдуарда. Ссылку оставлю под видео. Вот такой вот воблерок. Прям копия бомбера. Так. Санек говорит, что что-то поймал. Ну не показывается. Ну кстати, хорошо стукнуло. Не торопись. Ну запузень, по-моему, там. Ну, по-моему, щука. Да нет. Что вообще за рыба такая? Это стерлядка, что ли? Стерлядка. В натуре, Лео, стреляточку забагрил. Саня, она маленькая. Да не надо. Достанешь? Не достану. Стрелятку забагрил, смотри. Там со дна ее поднял, охренеть. Ну она сначала... Ой, народ, смотрите, прям. Ну благо, что за плавничок, она не пострадает. Ой. Ну я тоже так думаю. Больно! Я понимаю, что тебе больно, подруга. Она острая, пипец. Ты сама селедка-то? Угу. Ты снимаешь? Вроде да, мигает. Народ, ну честно, конечно, такой. Ну, что, она сильная, пипец. Держи ее за хвост. Бок разы. Вверх тяни. Да я тяну вверх. Ну прям очень сильно забагрило. Надо разрезать и отпустить его. Ну да, голову ей отрезать. Угу. Я понимаю, подруга, тебе больно. Только стой. Других вариантов нет. Тебя отпустить. Прям круто она засадила. О, все. Ну что, выживет? Да хрен его знает. Ты выживешь, подруга? А?
Выживешь? Ну-ка давай посмотрим. Ну, голова вроде. Поэтому так и тянулось тяжело. Смотри. Чё? Как так? Толкнул. А? Толкнул его, и он туда упал как-то. Вот так. Так, чуть не потеряли видеорегистратор. Блин, она жилистая. Вообще просто реально жилистая. Ну да. Точно. Вот ты сама забагрил, блин. Да. Тогда бы его сейчас так не вытащил просто. Ну что, продолжаем? Да, ребят, продолжаем. Как-то жалко ее прям. Она вся ж пищала. Бреттон опять... Долбила, долбила. Не, сейчас прям вот серьезно поклевон. Она головой долбит, смотри. Коряга. Не верю. Смотри, что делает. Ух, ну там небольшая щучка. Забагрил, что ли? Нет, она и головой дергает. Единственное, что она, видите, показалась. А если щука показывается, значит она небольшого размера. Вот, но головой она прям кивает знатно. Вон, даже попыталась сделать свечу и пойти на меня, но и идет на меня. Я смотрю, ух. А что ты на меня ты идешь? Зачем? Смотри-ка. А теперь вот не показывает, смотри. Да нет, она офигенская. Ты что? Не спеши, Саша. Не спеши. Не спеши. О, дома. Ты чё? Добре, братик. Опускаю сюда. Тихо. Нормально. Добре. Блин, она небольшая. Ну, добре. Приедут такие с маской, блин, всю рыбу выловят. У нас рыба потом... Добрая щучка. Добрая. Ух, она ж, посмотри, что делает. Ух, и подсак для нее маленький, ну. Трешечка есть. Нет, 2,5. Так что народ копит на такой бомбер. Ссылочку оставлю. Человек продает. Прям. Там даже написано бомбер, но он не скрывает, говорит, что это копия. О, цепилась, смотри уже. Итак, дорогие друзья, рыбалка удачная. Пришли мы поужинать. Привязались вот к Бакину. 651 километр Бакин. Как вы думаете, штраф есть за то, что мы привязались к Бакину? Сейчас же все штрафы, елки-палки, Саш. Да, наша жизнь превратилась в жизнь наказаний и порицаний. За лайки и репосты сажают, за привязку к Бакину что там делают, штрафуют. А, за что-то еще главное, что-то главное, делают. Главное, политика пошла. Главное, чтобы не кастрировали, все. Ладно, все, ужины. Народ, вон плывет дохлая рыба. Неоднократно уже вижу, что дохлая рыба ловит. Плывет. Ребята, а это вот мы догоняем ту рыбу, которую мы видели, плавает. Да, до сих пор не поймем, почему рыба дохнет. Но это, скорее всего, лещ. Лещ уже вздутый, причем такой достаточно серьезный. Ну, оставим это, эти вопросы к природе. Может быть, это естественный отбор. Так, кто знает, пишите, рассказывайте, что может быть. Клюнуло в прямом эфире. Не подготавливались, не включали камеру, а клюнуло в прямом эфире. И щучка, смотрите, какая.
Господа, ну, чтобы вам всем было видно, я выматываться не буду. Это, наверное, плохо, но... Подсак, конечно, утонул. Нет, подсак не утонул, но мы ее без подсака вытащим. Думаешь? Да, она небольшая, по-моему. Да нет, хорошенькая, смотри. Едовая щучка. И Диман проснулся тут же. Ну конечно. Ох! Ох, какая красавица! И свечечку сделала. Все показала. На что способна. Молодец. Вот опять свои сработали, да? Копия. Под язырик. Смотри. Ух как, наверное. Мотор. Ну, думаю, да. Видите, как приходится с пружинками работать вдвоем. А вот с теми штучками можно одному. Свободно. Я думаю, пойдет рыба. Грамм 700 есть. Едовая щучка. Все. Будем насаживать на кукан. Ребята, у нас зацеп тут такой крутой. Думали, быстро отцепимся, но... Отцепились? Не, отцепили, да. Отцепились. Перешли на обратную сторону по против того, как троллили. Быстро отцепились. Воблер хороший, на который только что взяли щучку. Поэтому жалко было отрывать. Но отцепили, все. Я все-таки до последнего хочу попробовать поймать заброс, чтобы вы не гневались. Вы видели? Вот оно прям подо мной долбит. Поймать. Ну что, друзья, какая вот у нас вышла рыбалка? Как она, считаешь, хорошая была? Замечательная. Рыбалка была замечательная. Как говорят, огонь. В моей памяти в этом году первая такая рыбалка, как в старые добрые времена, там в 13-14 годах такая была. Вот был хороший разлив, сейчас и вода нормальная, немного. Так что вот так вот. Сейчас будем рыбу раздавать соседям, друзьям. Соседям, друзьям. Да, рыбы много, поэтому будем ее раздавать. Так что всем вам всем удачи. Всем пока. Пока-пока. Встань рядом, чтобы все видели, какая рыба. Большая. Тимоша, рыба приехала.